Всем привет! У нас сегодня 4 марта. И я, значит, из горшочка достала свои георгины. И думаю, посмотрю, что же они из себя представляют. Они у меня стояли на окошке в горшочке. Я их просто не поливала. Ну, в общем, земля высохла, и они в этом сухом коме стояли в горшке. Я так их и не трогала. В общем, я сегодня залезла, все это вытрясла, всю землю. Вот. И у меня, значит, получилась вот такая история. Здесь, значит, в середине у меня начало загнивать. Я это все вычистила, и мне пришлось разрезать клубень, так как я не могла подобраться и хорошенько все очистить. Вот, в общем, мне пришлось разрезать, и у меня теперь получилось два клубня. Вот такие вот клубеньки. И вот я не знаю, я георгинами не занималась. Как-то просто один раз посадила. Один-два раза посадила, все. Вот. И, в общем, я не знаю, вот обрезать вот эти корешки, не обрезать. Но я попробую, значит, посадить, наверное, с ними. Вот. Когда я из земли вытащила, они такие прям были хорошенькие, беленькие. Вот. Но они бы у меня сгнили, если бы я не вытащила и не проверила. В общем, я срезала всю эту гниль и это замазала зеленкой. Вот в этих местах я замазала зеленкой. Вот. И у меня они уже тронулись. Сейчас покажу. Вот, я посмотрела. Они вот уже пошли отросточки. Вот. В общем, клубеньки такие неплохие, с корешками. Но я их не буду обрезать, потому что, не знаю, посажу с корешками, попробую. Вот. И этот клубень тоже, вот тоже тронулся. Вот. Я, значит, приготовила уже вот горшочек у меня стоит. Я насыпала земли и сейчас хочу, значит, посадить. Посажу и поставлю вон на окошко, туда на окошко, пусть стоят. В общем, хочу сегодня еще посеять помидорки, так как я помидорки еще не посеяла. Вот, в общем, у меня вот здесь вот немножко взошли помидорки. Здесь у меня хорошо всходит мой, значит, бараний рог, перец. Это домашние семена. Вот так они у меня все взошли. Сеяла я на день или на два позже. Вот этих всех семян, которые я вот сеяла, которые показывала. Вот, в общем, третий у меня, это великан или богатырь, а, викинг. Викинг, забыла. Ну, в общем, по третьим номерам у меня, я посмотрю потом. В общем, не взошли вообще вот всего три, нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук. Вот, остальные все не проклюнулись. Семь штук только вот у меня проклюнулись, и то не знаю, вылезут они или нет. Ну, вот здесь вот перчики вот начинают вылазить. Вот, баклажанчики тоже у меня вот вылазят. Не дружненько, правда, но вот так по одному, по два. Вот эти баклажаны, которые я сеяла в землю, я их не замачивала, вот тоже начали вылазить. Вот, вот один, два, там он еще видно. Вот, ну, в общем, вот так вот не дружненько они у меня всходят. Вот. И здесь, значит, я посеяла табак. Семена тоже наши домашние. Вот пока в этой плошке они у меня стоят. Вот. В общем, вот так дружно взошли. Не знаю, ну вот их потом пикировать надо будет. Я пропикирую, а лишнее тоже отдадим. Кому надо там. Вот. Ну, в общем, вот такие вот у нас дела. Ну, вот так вот я, значит, посадила. Корешки я полностью не закрыла. Но хочу, я вот поливала, вернее, я их закрыла, стала поливать, а они это, раз, открылись опять. Я немножко сейчас корешочки еще засыплю сверху. И вот сюда поставила на окошечко, и пусть они тут стоят. Вот. Сегодня я сею помидоры альгамбра. Вот. В общем, я разрезала вот этот мешочек. Там семена сейчас высыплю. И приготовила вот такую плошку. Вот сейчас три ряда посею. Ну, прям подряд буду сеять, потому что я буду потом пикировать. Вот так вот я
разложила. Семена небольшие, такие маленькие. Вот сейчас примну, полью и мешочек поставлю. И пусть сходят. Вот. В общем, вот так вот. Сейчас примну и полью. Где моя бутылка? Вот моя бутылка. Мне нравится вот так поливать. Она, я даже табак вот так поливала, струи нету. Капает вот так и не размывает. Вот петунию хорошо так поливать. И вот табак. У меня вот табак, он мелкий, он как петуния. И вот я поливала, вот он. Он не падает, он к земле не прижимается. Вот капельками, капельками. И вот он стоит. Он вроде там что-то прижался. Но все равно большинство стоит. К земле не прижимается. Вот. Ну, в общем, сейчас полью. И уберу мешочек.